Аль-Каида хочет усилить влияние в Сирии и конкурировать с исламским государством. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в спецслужбах США и Европы, в союзники Аль-Каида собирается взять группировку Джабхат ан-Нусра. По мнению силовиков, кровавое соперничество террористов может обернуться новой угрозой для Европы. В случае победы последователей Бен Ладена они окажутся на расстоянии удара от Старого Света, а также смогут заняться активной вербовкой боевиков в Ираке, Иордании и Ливане. Ранее сообщалось, что один из сыновей экс-главаря Аль-Каиды Бен Ладена готовится занять место отца, чтобы объединить остатки группировки.